Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Алимбет – народный букмекер! Вашему вниманию Дмитрий Анатольевич Пятибратов, главный тренер футбольного клуба «Факел Воронеж». Дмитрий Анатольевич, правильно ли говорить о том, что сегодня на первый план вышли именно бойцовские качества, характер? Да, правильно, с учетом непростых погодных условий, плюс поле было тяжелое, соперник хороший, очень сильная команда Сочи. И да, сегодня нужно было проявить характер, волю, надо было много работать без мяча, вот с чем команда справилась. Я после игры в Москве сказал, что наша реакция будет на то поражение, и очень я рад, что ребята услышали нас. И сегодня скажу так, что мы исправили те ошибки, которые мы допустили в игре против «Спартака».